له دعوة الحق. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. والله هذا القول من أجمل ما سمعت عن القرآن، قاله الصحابي الجليل عثمان بن عفان. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائماً هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائماً هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ Зовут меня Мухаммад, мне 29 лет. Принял я ислам в 2006 году, еще в России. Занимаюсь вот этой вот продукцией масла черного тмина и всем тем, что касается сунны и правильного питания, натурального. Мухаммад Ал-Армини. Кадаран вакаат айнаху аля нусха мутарджама ли маани Ал-Куран Ал-Карим. Таваккафа инда сурат Ал-Асри кафиран. Алима. أن الناس جميعهم في خسران باستثناء فئة واحدة آمنت وعملت أعمالا صالحة. أخي محمد، أريد أن أعرف كيف كنت أنت قبل الإسلام. Жизнь до ислама у меня была такая, что как у всех джахилия это все заключалось, никакой цели, ничего того, чтобы могло после для ахира приготовить. То есть не было такой цели, что для чего нас Аллах создал, не было этого понимания, не было к чему-то стремления, как и у многих, которые оставили ислам или не понимают, или не принимают его. Ахи Мухаммад, анта мин Армения. واسمح لي انا لا اعرف كثيرا عن Армения وعن هذا البلد. اريد ان اعرف ما هي الحياة في Армения. Армения это историческое государство. В основном армяне живут. У них как бы религиозное исповедание – это христианство, довольно-таки придерживающиеся христиане. Христианство они как приняли еще в 301 году, как государство первое армянское. Народ, трудолюбивый народ, в основном. Насчет религии придерживаются как бы больше христианства. Насчет мусульман в Армении очень мало, очень слабо. تعتبر أرمينيا جمهورية سابقة للاتحاد السوفيتي، وهي تقع ما بين آسيا وأوروبا. واجهت الأقليات المسلمة فيها الكثير من التحديات بسبب الصراعات القديمة بين الصليبية والشيوعية. Ахи Мухаммад, как была сура ислам для тебя, до ислама? Значит, насчет рисунка до принятия ислама, до ислама вообще этой жизни, это как и обычно, как преподносят то, что я в России живу, то, что по телевизору преподносят, с плохой стороны, как всегда. И точно так же люди и в семье, и родственники по отношению к исламу, отношение тоже плохое, и, соответственно, доносилось очень некорректно, неправильно. Кила ли анна ислам саиб джиддан фи Армения? Яни, аллази юслим ва тасма ан шахс муслим фи Армения, хада шей гариб. Хал хада сахих? Да, это так, потому что, вообще, сам народ, сами армяне, они очень придерживаются христианства. И, скажем так, с детства воспитаны в этом. И на это повлияло еще то, что, допустим, та же Османская империя,
со стороны турков преподносится это не с хорошей стороны, и людей как бы отвращают от ислама. Вот, отвращают от ислама, и те, которые принимают, как враги народа становятся, и тяжело бывает им. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أصحاب الكهف أولئك الشباب الذين خلد القرآن ذكرهم وأثنى عليهم ربهم وقص خبرهم على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي أهلهم حتى يبلغوا هذه المنزلة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يكفي صبرهم على مخالفة قومهم وإيمانهم بربهم. أنا علمت أنك تأثرت بالرقية الشرعية وأنت ما شاء الله تدرس الطب وتتعلم الطب، يعني لماذا تأثرت بالرقية الشرعية وما علاقة الرقية الشرعية بالطب؟ Первое то, что впечатление, как вообще мне интересно стало, я когда во время учебы жил в общежитии и там была мусульманка, которая была поражена джином. То есть мне это интересно стало, почему именно, что такое джин, что такое вообще. Вообще даже этого слова даже не знал, как обычно в мультиках показывают, там совсем какое-то волшебство. Вот. И мусульманин пришел и начитку руки одел, ей, соответственно, легче стало. Мне уже удивительно стало, почему именно от просто начитки ей уже легче стало. То есть состояние у нее такое было плохое, и тут лучше стало. То есть я даже, когда начал читать именно перевод Корана, мне самому уже легче стало. Все свои вопросы, которые мне интересовали, я в переводе Корана начал искать, находить. И, альхамдулля, в Коране я многие вопросы на ответы свои получил. رد لا القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. В институте во время учебы были мусульмане с Кавказа, которые одни были, вроде они все одинаковые, но одни были отличны друг от друга. Ну и среди них один был очень именно нравом такой, отличался очень сильно. Нрав у него хороший был. И оказалось, что именно он верующий, намаз все это делал. И вот это мне очень интересно тоже стало, почему именно такая вот разница между этими. А когда уже в ислам пришел, когда изучать начал сам ислам, оказывается, что каждый мусульманин, он должен быть таким, то есть нравственным, отношение как к одним, как и другим. عندما أخذت مصحف زميلك في الدراسة وأنت تدرس طب مع هذا الزميل المسلم فتحت المصحف ماذا قرأت؟ ما هي الآيات التي أثرت على قلب أخي محمد؟ Когда я читал перевод Корана на русском языке, так как не знал арабского языка, мне очень поразила сура, как Аллах субхана ва тааля в Коране говорит, то, что я создал слух, зрение и сердце, но многие люди, они неблагодарны. Вот это очень сильно повлияло на меня. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля создает все это, дает людям, мусульманам, но они за вот это все как бы неблагодарны остаются своему Создателю. И на этот момент как бы задумался насчет того, чтобы как, почему я не должен быть благодарным, почему я должен это оставить, то по отношению к тому, кто это мне дает, кто меня создал, и тот, кто от меня это требует. سبحان الله هداية القرآن عجيبة هذه الآية أخي محمد الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وتأثر أخي محمد عندما قال الله سبحانه وتعالى قليلا ما تشكرون بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداية
الله سبحانه وتعالى وهب وسخر لك السمع والبصر والقلب للوصول إليه، فكيف لك أن تنكر وجود الله سبحانه وتعالى؟ أريد أن أعرف أخي محمد عن لحظة الشهادة، كيف كانت؟ حدثني عن هذا الحدث كله. Значит, это было в пятницу, и я с каникул приехал в город на пятницу, на пятничный намаз. Приехал и предупредили, что я хочу принять ислам. Предупредили, что я хочу принять ислам, но как джума закончилась, и позвали. Оказалось, что не меня позвали, а там еще один был, которого позвали. Он принял ислам, и все разошлись. Все разошлись, а за меня забыли. Я уже после уже подбежали, там знающий брат был один, к нему подошли, и он уже при свидетелях это все принял. То есть уже как бы так вот получилось. И альхамдулля, после этого тоже уже и намаз начал делать, и с этого и испытания тоже начинались. عندما قلتها في لحظة إسلامك أريد أن أعرف مشاعرك بالضبط أخي محمد. И альхамдулля, как новый, вновь родился ребенок, получается, как с роддома вышел. Ну, такое облегчение было. После шахады сразу, конечно, как я до этого изучал, и мне как объясняли, это как с белого листа человек входит в новую жизнь с оставлением грехов, с оставлением всего того запретного. حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. حفظ محمد قبل إسلامه بعض السور القرآنية وكأنها مؤشرات لدخوله الإسلام. Значит, после принятия ислама отношение как, так скажем, сначала родители по-разному как бы относились. Поначалу для них это дико было немного, не понимали что-то. Но альхамдулля, потом все как бы изменяется, и люди понимают по-другому это все. Саму суть, саму истину эту видеть, чистую религию, то, что это есть единственная религия, что в ней ничего плохого нету. И это как продолжение того же христианства, то, что Иса алейхиссалам принес нам до этого. Хаяты кабля ислам وحياتك بعد الإسلام ما الفرق أخي محمد؟ По приходу в ислам, альхамдулля, и уже понимаешь, как надо правильно жить, как нужно жить, и тому Аллах субхана ва тааля, когда создал людей, он и руководство на это дал, то есть Коран дал. И в этом руководстве, как и в любом, когда, допустим, мы не знаем, что такое компьютер, мы берем, изучаем книгу, чтобы по нему руководствоваться. А это Коран, это небесная книга Аллаха субхана ва тааля, и она дает руководство для мусульманина, для людей. И намного это легче получается жить и соблюдать все это. И сама жизнь, она более счастливой проходит. إذا اقتنى الإنسان آلة ثمينة فمن الذكاء أن يتبع تعليمات صانع هذه الآلة ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قرآني هو جنتي هو آية الأكوان ما شاء الله أخي محمد ما رأيت منك إلا الأخلاق الحسنة والطيب والمعاملة الطيبة هل كان الإسلام أثر على هذه الأخلاق الحسنة؟ В основном это поменялось то, что по приходу в ислам, по приходу того, что в исламе есть весь этот нрав, к чему нас пророк Мухаммад саллаллаху призывал, к чему это учил. То есть это все с Корана, с Сунны берешь, черпаешь. Какое-то что-то было из нрава, допустим, или же из каких-то отношений к человеку до ислама. И осталось, альхамдулля, лучше укрепилось в исламе это. И за это понимание осталось еще в плане того, что
ты не просто это как бы делаешь на показ кому-то или еще что-то, а надеясь на награду Аллаха как в этом мире, так и в последующем. В исламе это единственная религия, которая осталась чистой, которая и будет до судного дня. В ней плюсов очень много и по положению, как в семье, так и в обществе, как и в самой религии. Все понравилось. Это как передать так тоже ощущение невозможно. Это надо ощущать все. Тот, который человек в это войдет, иншаллах, он сам будет разницу видеть, что до этого было у него, что уже во время ислама. Какие ощущения. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. كيف بدأ اهتمامك بالطب النبوي؟ значит насчет того что медицина пророка саллаллаху алейхи ва саллям она началась с того, что в первую очередь это масло черного тмина как бы очень сильно распространено было в России. И в дальнейшем уже начал вплотную интересоваться насчет хиджамы. И также его делал, сам практиковал. Соответственно, вот сравнения такие были с обычной классической медициной. И результаты, эффекты намного лучше было. И намного проще это выходила, чем медицина именно операции или еще что-то. То есть профилактика, лечение хиджамы намного эффект лучше давала, альхамдуля. Имтахана Мухаммад мехнат ат-тубб ан-набави ан илм ва дираса. Факана йататабба' ахадис ан-наби саллаллаху алейхи ва алихи ва саллям ас-сахиха. Машалла, ахи Мухаммад, ма аллази та'мала фи хаза аль-ма'мал? Значит, здесь я занимаюсь медициной пророка, о чем я и говорил насчет масла черного тмина. Это вот масло черного тмина произвожу. Как пророк саллаллаху алейхи говорил, в черном тмине является исцелением от всех болезней, кроме смерти. И альхамдулля, после того, как я и принимал, и до ислама, и сейчас тоже, и стараюсь качественно делать, чтобы для мусульман и не только, оно послужило только пользой. Машалла, табарак ар-рахман, ахи Мухаммад, хадис ан-наби алейхи салату ас-салям в аль-Бухари, يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحبه السوداء فيها شفاء من كل داء الا السام يعني الا الموت. اريد ان اتعرف على هذه الامور. هذا لايش؟ это значит это масло кыстальхинди, тоже за него говорится, пророк сам тоже говорил, лечение делали. Оно исцеление тоже является. В первую очередь, как в хадисе приходит, именно на плеврит, на грудные это болезни. Как пророк сам говорил, если у детей есть болезни миндалин, что-то с горлом. Значит, у меня основное это масло черного тмина, есть кыстальхинди масло, кокосовое масло, органовое масло, точно так же очень много другого, их более 20, и еще, иншаллах, планируется прибавлять в разном разнообразии именно из продукции, капсулы и все в этом плане. Это масло черного тмина, эфиопское в данном случае. Значит, как я и говорил, пророк сам говорил насчет лечения, то, что это от всех болезней, кроме смерти. Его использовать по одной чайной ложке до еды за полчаса и желательно запивая медом два раза в день. Это как профилактика, ну и детям можно поменьше дозу давать. Точно так же его можно натирать, мазать там ингаляцией и все в этом плане делать. Ахи Мухаммад, ана фахур бик джиддан. قبل أن نصل إلى المعمل لم أكن أتخيل بصراحة هذه القيمة ما شاء الله وهذا الإبداع في هذا الطب النبوي عليه الصلاة والسلام ولكن في نهاية هذه الحلقة بسبب اهتمامك بهذا الطب النبوي عليه الصلاة والسلام أريد منك مهمة دعوية تكلفك بها ويكلفك بها إخوانك في موقع نون المتخصص في القراءات أن تنشئ موقع في الإنترنت يهتم بهذا العلم وتنشر هذا العلم هو الطب النبوي عليه الصلاة والسلام وخاصة باللغة الروسية. هل أنت موافق؟ نعم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير وشكرا. جزاك الله خير. والله يوفقك يا رب ويتمم عليك. آمين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا، لماذا قلب بعض الناس ميت؟ لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا